Поклонникам русского хоккея матч Россия-Финляндия в последний день группового турнира. Добрый вечер всем поклонникам русского хоккея. Матч Россия-Финляндия. Последний день группового турнира на чемпионате мира в шведском Венерсборге. И играл команд, у которых пока по одной победе и по одному поражению. Вашему вниманию на канале Матч ТВ. Ваш комментатор Михаил Мельников. Рядом со мной в студии человек, который мог бы, наверное, находиться в Венерсборге, но под надуманным предлогом, что он завершил карьеру игрока и теперь стал тренером. Вот здесь, рядом со мной, главный тренер московского «Динамо», один из двух лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю, Евгений Иванушкин. Жень, добрый вечер. Добрый день. Добрый день, уважаемые любители русского хоккея. Сборная России сегодня играет против Финляндии. И матч, который, собственно, вот нам показывают с внешней стороны, эту арену Венерсборг, где, как вы заметили, зрителей нет вообще практически. То есть совершенно не интересует шведов. Но вот посмотрите на трибуны слева, справа. Совершенно не интересует матч Россия-Финляндия. Да, но, может быть, там еще день все-таки, 4 часа дня. Может, они придут на своих против Казахстана. Мы-то понимаем, что Казахстан крупно выиграет сегодня, но это не повлияет на турнирную историю. Ситуацию все равно шведы будут первыми, а Казахстан четвертым, а Россия и Финляндия так и так сыграют послезавтра в полуфинале. И, собственно, сегодняшний матч, он играется за то, кому завтра отдыхать, а кому проводить четвертьфинал против американцев. Жень, вы бы что выбрали? Ну, с одной стороны, наверное, можно было и отдохнуть, да. Я понимаю, что умышленно проигрывать, конечно, нельзя. Не, я тоже... тренер, да, такую установку не даст. Но вот в принципе, что лучше? Отдыхать или вот провести такую раскатку против сборной США? Ну, я думаю, что просто нужно сегодня прощупать финнов и посмотреть, на что они способны. Очень молодая, очень боевитая команда, да, будет игра очень жесткая сегодня. Я думаю, что финны тоже какой-то сюрприз нам приготовили. Думаю, что и наш тренер сегодня сборной России. Послезавтра приготовят. Я думаю, что сегодня они прощупают нас. Будет, посмотрят первый тайм, как пойдет игра. Если они смогут, они будут играть до конца. Если они не смогут, они остановятся при счете каком-нибудь там уже после первого тайма, и тогда уже будут доигрывать матч. А то, что касается, конечно же, болельщиков в Швеции, в Венерсборге, да, очень удивительно, что на таком матче не присутствует сегодня, практически нет болельщиков. Ну, это, наверное, все-таки, может быть, все-таки будний день, да. Ну, будний и время, день, да, дневное время. Ну, почему? Вот девушки есть, девушки обязательно приходят на... там кто-то болеет за финскую сборную, но я уверен, что должны быть поклонники там у Алмаза Мергазова, допустим, персональные. Все-таки в Швеции любят бенди, и есть вот и такие поклонницы. Нам представили, ну, во-первых, вратарей, да, Юсси Алтонен. Ну, кстати, сегодня в воротах у команды Финляндии, а не основной голкипер Кимо Кюленон. А в воротах сборной России Роман Черных, который отыграл со шведами, отыграл очень здорово на самом деле. Ну, там в некоторых моментах не помогали ему защитники. Два гола шведы забили, даже три гола с добивания. Ну и тренеров тоже. Михаил Юрьев, главный тренер сборной России. И Антти Парвиайнен, главный тренер финской сборной, который, кстати, выводил финнов в финал. Было это дело в Ульяновске. И обыграли они тогда шведскую сборную в полуфинале. И, собственно говоря, ну, финал потом проиграли 1-6, если не ошибаюсь, сборной России. Но так или иначе, серебряные медали мировых первенств у этого тренера уже есть. Сейчас у него сборная уже несколько другая, потому что идет активная смена поколений. Вот из чемпионского состава 2004 года остался один человек. Это Вилли Алтонен, капитан команды. И он сегодня на льду. И для него это 17-й чемпионат мира.
Евгений, по-моему, у вас столько не было в карьере. Ну да, я, к сожалению, два чемпионата мира пропустил из-за травмы. Так, я все равно доволен своей карьерой в сборной. Доволен, что мне удалось поиграть с такими большими мастерами сборной и все-таки 7 раз поднять этот кубок над головой. Вот, а Вилли Алтонен, несмотря на то, что 17-й чемпионат мира проводит, он только один раз поднимал этот кубок, и то, когда был совсем еще зеленым-зеленым пацаном. Но сегодня он на льду в матче против сборной России. Финн зарабатывает угловой, первый, после которого я назову всех игроков, которые принимают участие в сегодняшнем матче. Но я сразу скажу, что Владимир Каланчин сегодня вне заявки у сборной России. Он забил в матче с Казахстаном. Как, кстати, свой первый гол за сборную, да, забил Максим Василенко. Ну, о них отдельный разговор. Давайте посмотрим первый угловой, первый гол. Как со Швецией? Очень-очень опасное оружие, стандартное положение, особенно у финнов. Они готовятся, они уповают на стандартное положение, и они очень много делают ставку на стандартное положение. И она постоянно срабатывает. Поэтому вот мы видим первый угловой, и сразу же из одного один. Ну вот, аналогичный случай был в нашем полку. В матче против сборной Швеции очень плохо вычисляли бьющего. Игроки, выбегающие из стенки. И что Пиццони Эльфинг первый гол забил, да, с первого же углового. Что последний Берлин забил. Был еще один очень опасный удар, просто выше ворот мяч прошел. Как же с этим бороться-то в плей-офф уже? Ну, наверное, пусть лучше сейчас... Они залетают, но и в плей-офф ребята сделают работу над ошибками, и больше таких моментов не повторится. Вот давайте посмотрим угловой в нашем исполнении, что приготовят наши ребята. Ну да, у сборной России со шведами было 0 из 11 угловые, а в матче с Казахстаном зато 4 из 7. Ну, с Казахстаном это отдельная история. Ну, 2 удара, 3. Нет, все, показывает судья... Хороший розыгрыш на дальнего. Артем Ахмедзянов бил с дальнего. Попал здорово, но вот попал в стенку. И было добивание. К сожалению, мяч не залез в сетку. Но ничего, бывает. 61 номер. Да, действительно, сейчас было близко к голу. 61 номер – это Эмиль Федоров. В него мяч попал, кстати. Ну, мы по финской сборной... Шайбистской, да, еще со времен Мики Кипрусова, точнее сказать, Марко Кипрусова, знаем, что там много игроков с русскими фамилиями, и даже теперь уже есть Александр Барков, который вообще просто так случилось, что отец играл в Финляндии, соответственно, он выбрал финскую команду, ну, Лео Комаров и так дальше. Вот теперь мы видим и в мяче, да, Эмиль Федоров, он пока лучший бомбардир сборной Финляндии на этом турнире, матч с Казахстаном забил 4 гола, и, собственно говоря, является одним из лучших бомбардиров чемпионата всего на данный момент. Так вот, в него мяч попал. Ладно, давайте я быстренько по составам, да, чтобы вы по номерам представляли игроков. С финнов начну. Юси Алтон в воротах. 30-й номер. 4-й Хейнанен. 6-й Тему Мяте. Эта фамилия часто будет у нас сегодня повторяться, потому что это отдельная история с этими братьями и двоюродными братьями. 11-й Кумпойер. 14-й Хеловори. 20-й Люпконен. 22-й Вилли Алтонен, о котором мы уже сказали, капитан команды. 27-й Хирванен. 41-й Гилгарен. 46-й Мойсела. 51-й Хауска. 61-й Федоров. 66-й Томми Мята. 74-й Пелхкури, 87-й Лукарила и 99-й Томас Мята. Вот, наверное, главный на данный момент в этом клане. Я даже не скажу семье, там несколько семей уже, клан целый, такой бандийный, который, собственно, составляет на данный момент костяк финской сборной. Ну и сборная России. Роман Чердых в воротах, резервный голкипер Денис Рысев, 5-й Бондаренко, 8-й Штельдин, 10-й Мергазов, 11-й Чернов, 12-й Василенко, 15-й Джусоев, 17-й Савельев, 19-й Ахмедзянов, 20-й Бефуш, 23-й Гергаев, 24-й Викулин, 25-й Грановский, 33-й Прокопьев, 91-й Егорычев, 92-й Макаров. Вот, к слову сказать, ну, это третья у нас трансляция, но Евгений Иванушкин у нас тут впервые.
Вообще три номинальных защитника вы в заявке на чемпионат мира. Вот, Евгений, вы такое помните? Нет, у нас было, конечно, такое, но... Савельев играл в защите в первом матче. Ну, правильно. Дима очень, он универсальный игрок, поэтому я думаю, что наш тренерский штаб и на это и рассчитывал, что три номинальных защитника, если вдруг при удалении кого-то Дима Савельев передвигается на удаленного защитника, а на борт... Вообще он бортовой полузащитник, на борт выходит другой, да. Дима бортовой полузащитник, но очень... с хорошими оборонительными функциями. Он больше, конечно, все-таки оборонительного плана игрок, чем атакующего. Вывести мяч до середины поля и наиграть кого-то из инсайдов, это у него очень здорово получается. И плюс он никогда не забывает о своем месте на борту. Шведы и финны это знают. Если Савельев играет на борту, через этот борт лучше не развивать свои атаки. Это было давно уже, и Димка, он... сам об этом знает. Он очень ответственный игрок. Кто не в курсе, Евгений, ну, чуть не большую часть своей карьеры, да, провел в одной команде, в одних командах, да, с Дмитрием Савельевым, и поэтому прекрасно знает, что это за человек, тем более теперь тренерским взглядом. Ну, да, опять же, кто не в курсе, Евгений Иванушкин ныне главный тренер московского «Динамо», которая сейчас, ну, в четверке. Четвертый. На этот перерыв мы четвертое место занимаем. То есть будете иметь, по крайней мере, преимущество своего льда, да, в первом раунде плей-офф. Ну да, две игры в первом раунде. Кто выше, будет играть на своем поле. Одну на выезде, две дома. До двух побед. Ну, давайте, я надеюсь, что у нас будет возможность, если счет позволит, в матче поговорить еще о московском «Динамо» в этой трансляции. Кстати, мы поздравили в трансляции предыдущей с дебютом и с первым голом Максима Василенко, да, вашего воспитанника, да, который впервые за сборную России сыграл. А у нас первое удаление, да? И как раз Дмитрий Савельев. Дмитрий Савельев на 10 минут отправился в штрафной бокс. Ну, пока на поле идет очень плотная борьба в середине поля. Ребята наши здорово обороняются. Пока финны не могут ничего сделать. И... ну, было по моменту с угловых, да? Только финны забили, а там вот мяч попал. Два угловых били наши, да, и один угловой били финны. Вот пока игра такая идет, вскрытие через фланг и... зарабатывание угловых идет. И с угловых вскрытие уже обороны. Вот все. Разворачивают все наших ребят. Разворачивают атаки. Ищут пустые места в центре поля, чтобы сделать продольную передачу. Практически полностью все игроки сборной Финляндии, они играют в шведском чемпионате. Поэтому здесь, наверное, все-таки они очень похожи на шведов, но только немножко исполнение у шведов лучше, чем у финнов. Ну вот, на самом деле, здесь же, если мы смотрим на состав, ну, не сильно он отличается от прошлогоднего, позапрошлогоднего, но именно выступления. Причем они не просто в шведских командах, они играют в Эдсбене, в том же Венерсборге, в Ветланде, да, тот же Эмиль Федоров. То есть люди там действительно прибавляют с каждым годом. И финская сборная, которая была вот, ну, достаточно молодая, мы говорили, смена поколений проходит, она сейчас получается вот реально сильнее, чем год назад, допустим, или два года назад. Ну, конечно, они растут, они прибавляют в мастерстве. Это безусловно. Тут даже, понимаете, такое... можно сказать, что в шведском чемпионате они все ребята добавляют, и они все играют в ведущих командах, ребята, и они все играют практически на ведущих ролях. Очень-очень сильные финские хоккеисты, очень сильные. Я думаю, что... Томас Мятте сейчас просто в десятке бомбардиров чемпионата, да, шведской элитсерии. Очень скоростной игрок.
Очень скоростной. Был сейчас момент, когда, если честно, можно было и дать карточку. Вот про что вам я и говорю. В радиусе, рядом с финским хоккеистом, с любым, я это знаю по себе, просто так не проедешь. И судьи на это закрывают глаза. Вот сейчас Саша Егорычев залазил в радиус. Видно невооруженным глазом, что они ему то по рукам, то по ногам зацепили. Все, судьи, к сожалению, они вот такие мелкие фолы. У нас в Суперлиге они свистятся, а здесь на чемпионате мира и в шведском чемпионате страны они не свистятся. Поэтому мы не привыкли вот к такой жесткой игре. Поэтому мы сейчас, Саша разводит руками, вроде меня как бы зацепили, да? А судьи дали дальше играть. И никакого нарушения не свистнули. А Дима Савельев там улыбается на скамейке, потому что он говорит, ну вот меня вот удалили вот за такие дела. А здесь что происходит? Вот, между прочим, давайте за угловым посмотрим. Третий угловой. Да, я еще одну вещь добавлю к нашему разговору о фолах. Егорычев бьет, отбил вратарь, второй раз отбил, между прочим. Ну, там в него попал мяч, на самом деле, это кто, по-моему, Викулин добивал. Хорошо пробил Саша Егорычев, да, и опять же, и добивание вроде было, да, но пока финская оборона и вместе с вратарем пока стоят как стена. Про фолы просто еще одна маленькая ремарка. Три дня тому назад мы смотрели на канале «Матч Игра» финал юниорского чемпионата мира в Красноярске. Россия-Швеция. К 10-й минуте, ну там играют 2 по 30, да, то есть ну к середине, считайте, почти первого тайма, два угловых. Российская команда забила, и после этого вот эта тактика мелкого фола, она просто превалировала. И там уже шведы как раз возмущались, что почему же судья вот все тянет. Ну, они три пенальти получили, они три пенальти не забили, это уже другая история. Это они правильно проиграли. Если ты три пенальти не забиваешь, то ты не должен становиться чемпионом мира. Но суть в том, что именно вот по Швеции выиграли этот финал. То есть реализовали свои стандарты. Да. И вот вязали в центре поля мелкими фолами не гнушались, когда надо, немножко зацепить. Ну, пусть там будет свободный в центральном круге. Ничего страшного. Именно так вот команда Владимира Кичкова выиграла чемпионат мира. Вот про что вам я и говорю, что у нас есть, понимаете, мелкий фол, да, и мы пользуемся в России этим, потому что наш судейский корпус свистит этот мелкий фол. В Швеции этот мелкий фол, он не свистится, поэтому, чтобы приезжать на чемпионат мира, и тот же на Кубок мира, да, вот на эти международные матчи, нужно перестроиться к этой игре и быть готовым к этой игре. Свистки возле бортов. Очень мало свистков возле бортов. Шведы дают играть, шведские судьи, они дают играть возле бортов. У нас же сразу же прижал мяч к борту, сразу же идет свисток. А в Швеции это все по-другому. Поэтому, если мы не будем к этому готовы, можно и пропустить какие-то моменты, контрмоменты, когда с бортов вылазит середина. Ну, вы же играли так всегда против шведов. Вот и при таком судействе. Понимаете, это конечно же, не это все с опытом приходит. Это ты первый, может быть, чемпионат мира или первая, вторая игра. Но на третью, там, четвертую игру ты уже понимаешь, что здесь можно играть. Здесь это дают так играть. Поэтому немножко 2-3 игры перед чемпионатом мира все-таки или перед Кубком мира. Вот команды, которые едут на Кубок мира, они пытаются сыграть со шведскими командами. Потому что это совсем другой хоккей. Не как в Суперлиге. И судейство другое, и хоккей другой. Поэтому вот эту игру в этом чемпионате мира, да, которую Россию-Швецию, первый раз в истории поставили первым. Ну, не в истории. Я вам скажу, когда шведы первый раз стали чемпионами мира в 82-м году в Хабаровске. При моей истории, когда я играл. Хорошо, да. Там была игра именно в первый день, и как раз поражение
Тогда в два круга играли четыре команды, и вот поражение в первый день, причем крупное поражение, не позволило впервые, собственно, в истории чемпионатов мира сборной СССР стать чемпионом. То есть было такое, но действительно за последние там 30 лет, да, это первый случай такой. К слову, тогда о судействе. Вот я помню в 2005 году, когда Владимир Янков впервые проиграл. Да, момент еще один был, ну здесь. Алмаз Мергазов не попал в ворота. Вот у Алмаза, к сожалению, не очень шло и в первый день. И надо ему как-то найти. Ну, с Казахстаном он там много, да, и назабивал, и наотдавал. Но это... как бы не показательная игра. Ну, с Казахстаном, я думаю, что я смотрел эту игру, с Казахстаном тяжелее было не забить, чем забить. Ну да, особенно в конце. Так вот, в 2005 году я помню такую историю, что после матчей в группе Владимир Янко, который тогда был главным тренером сборной России, он говорил, что мы сами предлагали, пусть наш матч... Какой момент? Туфинов. Наш матч со шведами судят шведы, потому что финские и норвежские бригады, они вообще, ну, это просто слабый уровень. А на нас все удивлялись, как это будут. Это... Так вот, судили два шведа и один русский. Первый матч Швеция-Россия. Как вам судейство было этой игры? Вот, один. Да. Один. Да-да-да. Пока мы разговариваем, наконец. Да, очень хорошая контратака. К слову, Максим Шкельдин, да, затянул игроков в край, сбросил на второй темп. И вторым темпом Янис Бефус уже пролез. Молодцы, здорово ребята сыграли. Вот и Шкельдин в матче со шведами, ведь, ну, сначала был здесь момент, да, вот нам повторяют. И, кстати, опять Черных выручил. Здесь не получилось добить у Лукарилы, а потом пошла контратака. И там был отложенный фол, да, еще. И Максим Шкельдин. Янис, молодец. Кстати, Бефус. Янис, да, тоже молодец. Здорово. В пятерых полез и пролез, под клюшечкой мяч засунул. Ну, здорово просто сыграл. Не побоялся полезть, молодец. Я к тому, что Шкельдин-то вот в первой игре, первые 15 минут вообще ничего в сборной России в атаке не было. И потом вот все это налаживал именно Шкельдин в середине поля. Он сам красивые голы забил, но именно он раздавал те передачи, которые вообще приводили к каким-то ситуациям у ворот шведов. Ну, это Макса работа. Макс потрясающий распасовщик. Я сколько сам с ним играл, сколько сам получал от него голевых пасов. Под Макса тоже нужно просто правильно открыться. Макс не жадный, он всегда отдаст. И вдоль ворот отдаст, и продольный хороший отдаст. Мастерство нападающего — только открыться под хорошего полузащитника. Тебе всегда дадут, особенно в сборной. Потому что сборная играет очень мастеровитые все ребята. И некоторые не жадные на пас. А то есть это ваши 147 мячей, это мастерство... Это вы понимаете, это... Это мастерство всей команды. Это работа всей команды. Мне отдают, я забиваю. Мне не отдадут, я и не забью. Правильно? Есть стандартные положения, да, которые тоже важны. Есть, конечно, индивидуальное мастерство каждого игрока. Игроки все индивидуально сильны в сборной. Понимаете? Но мы должны исполнять то, что нам говорит тренер. Понимаете? Мне вот, допустим, я играл в сборной, мне никогда нельзя было опускаться ниже середины поля. Если у меня два инсайда было, Серега Ломанов, да, и Макс Шкельдин. Серега справа все время играл, Макс Шкельдин играл слева. Ну, до Макса Шкельдина на этом месте играл Михаил Свешников, да. Ну, просто приятно с такими партнерами играть. Ну, просто откройся. И они тебе всегда отдадут. Вот им можно было начинать атаки от своей половины поля. А мне нельзя было начинать. Я должен был напрягать оборону шведов, финнов. Я должен был с ними там бороться. И освобождать место для своих партнеров, для атаки. Поэтому у нас совсем немножко разная позиция. Центральный форвард, да, это совсем другая позиция, чем левый и правый инсайд, полузащитник, я имею в виду. Ну вот сейчас играет Мергазов. Нет?
Алмаз играет на этом месте, но в клубе он не играет на этом месте. Он со своей половины начинает все эти свои вот обводочки. Я и говорю. Вот давайте сейчас посмотрим еще один угловой. Перехват. Хороший Артем Ахмедзяна. Здорово. Может вот. Быть, да. 3 в 3 едут. Побежали. Нет, 3 защитника. Посмотрите, в контратаку. Ну, а почему нет, если есть такая Понятно, что защитники, они... Да, тяжело. Тяжело им, да, совладать с атакующими действиями. Но самое главное, они перехватили, и вот только Максим Ишкелин их поддержал. Надо было в этой ситуации, вот насколько мы это делали всегда, защитнику отдать мяч в этой ситуации атакующему полузащитнику, а самим просто открыться на последний пас. Здорово, опять выручает Юси Алтонен, да, потому что было даже... Вот она, него, контратака. Да, вот контратака, да, финская, удар, нет, но мимо мяч пролетает. И Роман Черных все контролировал здесь. Вот, побыстрее стало, да, и пошли атака на атаку, и какой момент сейчас был? Штанга. Да, здесь уже Артем Бондаренко. Великолепный пас от Алана Джусоева. Заброс. Артем ловит и вторым касанием. Но попадает в штангу. Очень обидно. Ну, здорово исполнили оба игрока. Это интересно. Финны сейчас ввязываются в эту быструю игру. Для меня удивительно. Финны открываются. Очень, очень странно для них. Штанга. В дальнюю штангу, да. И вратарь там потом, может, пропустил, чтобы... Не закрытая игра, игра на встречных курсах. И это, я думаю, что радует болельщиков, что идет не закрытый хоккей. Но я думаю, что это все-таки накал матча, что сегодня не страшно ошибиться. Вот я тоже думаю, что послезавтра будет совершенно другая игра. Еще раз повторю, что эти команды должны сыграть между собой в полуфинале, потому что уже понятно, что они займут второе-третье место. Просто проигравшему нужно будет завтра справиться со сборной США. Я думаю, что ни для россиян, ни для финнов это проблемы не будет. Ну а пока угловой сборной России. Вот давайте мы особенно внимательно за стандартами сегодня. Угловой с левой стороны. Подает Максим Ишкелин. Ну, что наши ребята придут? Дальний. Алан Джусоев с дальней позиции. Немножко выше, да. Ну. Какая-то пауза непонятная, но все, Алтонен вводит мяч в игру. Юси Алтонен. Кстати сказать, так на всякий случай, сборная России забила, когда в меньшинстве играла, когда еще не вышел Савельев. Ну, это так, для статистики. Заброс, да, Жень, вы хотели сказать? Да, про заброс. Вот это финская такая коронка сборной Финляндии. Они так чемпионы мира стали. Они так чемпионы мира стали. Еще у них были раньше два очень великолепных вратаря, которые владели вбросом от своих ворот. Тима Оксанен. Да, от своих ворот в наш радиус. Вы представляете, 90 метров мяч летит. В этот момент игрок бежит в наш радиус. У них был и вратари, которые так кидали, и нападающий сами Лаконин, который ловил все эти мячи и забивал. И вот один из золотых мячей он забил на чемпионате мира, и они стали чемпионами мира. Еще один угловой. Сами финны, по правилам, если с углового уходит мяч за лицевую линию, да, от защищающей стороны, то угловой не назначается. Но здесь финны сами, сам, видите, он коньком выбил сам за лицевую. Если сам выбиваешь, тогда назначает второй угловой. Ну поэтому... да, то есть как бы уже было владение мячом финского игрока, и он этот мяч с этим мячом расстался. Бондаренко. Здорово опять Алтонен успевает ногу выставить и
ну, несколько раз уже, на самом деле. Вратарь молодец, да, вратарь молодец у финнов. Занимает правильную позицию при ударе. Практически все летит в него. Вот опять заброс. Лукарил прострел, но там некому, на самом деле, замкнуть. Ну и, соответственно, теперь быстрая атака должна... Вот, ну, честно, я не знаю, может, действительно, но нет такой турнирной мотивации обязательно выиграть сегодня. Ну, я вот первый раз такую игру вижу именно в России и Финляндии. Ну, обычно такие, да, затяжные, да, да, заходы, да, на, да, атаку, там по три, по четыре раза у финна. Я говорю, есть игры, которые без права на ошибку, там уже все осторожно. Здесь, видимо, пока еще просто хоккей вышли. Да, вышли поиграть в хоккей. Такого накала, ну, чтобы ошибиться, нету. Поэтому играем, пробуем все варианты. Посмотрите, мы и продольные пасы. Вот Максим опять, Ишкельнин, продольный пас. Вот угловой. И забросы мы делаем, и продольные пасы, и в борт вскрываем бортами. В принципе, пока сборная в атаке играет хорошо, но только не можем забить. Вот единственное, что нам нужно забить с углового. Обязательно вот забить с углового. Это уже седьмой угловой, да, у ворот финнов. Чтоб ребята почувствовали. Опять же, вот Алмаз Мергазов опять с дальней позиции. И, ну, непонятно здесь, или подача была близкая, плохая. Вот посмотрите, даже судьи не свистнули такой момент. А был еще, да, а был, очевидно. А был, да, был. Было нарушение. Но они трактуют свои правила по-своему. Они или видят они ситуацию по-своему. Вот удаление, смотрите. Экман зацепил. Люхканен. Это, да? Юха Люхканен, 20-й номер. А, да. Ну, один, кстати, из самых опытных игроков финской это сборной, вот, да? Из местного Венешборга. Первое удаление в составе финской команды. У российской сборной тоже одно было в начале матча. Ну и все, соответственно, разыгрывает российская команда мяч. Передача направо, там Егорычев. Угловой. От вратаря, да, мяч ушел? Да. Я, честно сказать, даже не следил. Ну, так или иначе. У Саши Егорыча очень хороший удар с этой руки. И вот он пользуется этим ударом. И надо им пользоваться этим ударом. Пробовать бить издалека. Вот он с первого, может быть, будет бить даже сейчас. Нет. Пропускает. Дергаев бьет. Да. Ну да, там два ложных замаха было. Дергаев пробил, попал в стенку. Егорычев 5 мячей забил накануне, ну, вернее, позавчера в матче со сборной Казахстана. Но там была такая достаточно странная игра. И вообще, там, я так понимаю, новый принцип комплектования сборной у федерации. Я там не вот знаю, опять был дальний заброс на Лукарилу. Там же базовый клуб теперь Акжаик, который, я посмотрел, специально пятое место занимает в своей группе высшей лиги, да, то есть во втором дивизионе. Ну вот они играют на уровне второй лиги. Ну вот руководство Казахстана приняло в этом году такое решение, что поедем без участия. Без всех, да. Там и Салиев, Шевков, и Шадрин. И все.
Ну ладно. Ну нет, но если честно, конечно, надо, да, свои, так сказать, кадры воспитывать. Но вот такой нужен гол с углового. Нужен гол с углового. Говорит Евгений Иванушкин. Евгений, нужен сколько гол. Из 147 высоглавых забили на чемпионатах мира? Ну, плюс-минус. 30-40, 60. Ой, не знаю, я в финалах все помню. Все, что бил с угловых и все, что забил, конечно же, помню. Ну, а такие игры, как вот Казахстан там или Белоруссия, они, к сожалению... Ну, с Белоруссией вы в защите играли, я помню. Ну, был такой момент, да. Вот как раз, что должно было случиться в позавчерашнем матче с Казахстаном. Это был тренер Сергей Ломанов, это был чемпионат мира в Кемерово. Матч с Белоруссией, когда нападающие играли в защите, защитники в нападении, а заканчивали матч, я помню, всемиром. Да, но это было и в 2006 году в Стокгольме мы играли. Владимир Владимирович Янко практиковал такое. И в 2007 году Сергей Иванович Ломанов такое практиковал. Поэтому, ну, на самом деле сложно не то, что забить, а сложно не забить. Поэтому мы немножко дали поиграть защитникам в нападении, чтобы они побыли в нашей шкуре, а мы побыли в их шкуре. Ну, хороший опыт. Хотя я в свое время все-таки до 16 лет был защитником. Я только в 16 лет, придя в команду высшей лиги, в Маяк Краснотурин, стал нападающим. Я никогда не думал, что буду нападающим, но меня тренер говорит, давай попробуем. Ну, один раз попробовали, и вот стал нападающим и закончил карьеру нападающим. Даже... естественно, спросить, а сколько вы в том матче забили, когда вас первый раз нападение это поставили? Была первая игра, это был Кубок России, 95-й год. С Водником мы играли в Архангельске. Я ничего не забил, но я вышел окрыленный такой, попробовать туда. Бегал, еще тот золотой Водник был. И меня против них выпустили. Конечно, как против такой команды играть? Ну, самое главное, ребята с Водника, которые, когда я пришел в команду, они все меня запомнили, потому что я хотел, самое главное, я хотел у них у всех отобрать мяч. Они как меня, как, знаете, в кошки-мышки играем. Все, они мяч катают, а я у них забираю. Ну, получилось вот так вот. А забил я первые свои голы уже, конечно же, уже в Краснотуринске. И после этого матча я уже стал, меня стали почаще выпускать. И уже после этого я играл с такими мастерами, как Олег Чернов, Андрей Моряшин, там, Алексей Курочкин. Да, и вот с этими ребятами они мне помогли забить мои первые голы. И после этих голов я уже... сам раскрылся и начал забивать голы. И потом, конечно же, в моей карьере был незабываемая Сибскана с 30-тысячными трибунами. Ну и пошло-поехало Водник, Динамо Москва. Ваш воспитанник динамовский Максим Василенко. Мы позавчера его поздравляли с первым голом за сборную. Ну, хотелось бы чуть подробнее узнать, потому что человек жену, он даже не играл на турнире четырех наций, да, вот так его. Ох, какой удар, еще одна штанга, что ж такое, штанги все обстучали, да, платить вот придется не, за поломанное оборудование. Не идет сегодня у ребят мяч в воротах, ну, пусть он только сегодня не идет. Максим Василенко, ну, честно, вот для меня было неожиданное появление вот так сходу человека в национальной сборной без какой-то обкатки, там, проверки, вот прямо на чемпионат мира. Ну, тут не все так, конечно, как кажется, просто, да. Максим, конечно, сделал очень большой шаг за последние два года. Рывок такой, можно сказать, вперед. Я за ним в прошлом году наблюдал и играл против него. Мне он симпатизировал как игрок, да, он мог, играл в зорком, да, и мог один сотворить какой-то момент, да, он нас терзал, когда я еще играл в Иркутской Байкал Энергии, он мне тогда приглянулся. Но сейчас, вот он, мы в Динамо Москве, да, играет, он очень и очень
такой разноплановый, можно сказать, игрок. И я думаю, что у него большое будущее. Еще он в сборной, вот, кстати, он с мячом, он в сборной еще заявит. Если ему дать немножко свободы, он раскрепостится. И я думаю, что на ближайшее время правый борт сборной будет закрыт. Поэтому, потому что правый борт у нас в сборной всегда была проблема с правым бортом. На нем кто только не играл, мы пробовали всех. И Юра Шардаков, и Петя Захаров на нем играл. И вот сейчас Янис Бефус, да, играет. И после Юрки... Вот это, после... кстати, странно, что Янис Бефус играет правым полузащитником, если честно. Потому что вот... Ну, потому что гораздо, да, Яниса Бефуса тоже, это мое мнение, Янису Бефусу нужно больше дать свободы. Он потрясающий атакующий, у него светлая голова, у него очень хорошее игровое мышление. Он может комбинацию развивать и влево, и вправо. А вот он ограничен игрой на борту. Я думаю, но это в сборной, я думаю, что в сборной на любом месте, если тебя выпускают, ты должен играть и показывать свой уровень. А то, что касается, опять возвращаемся к Максиму Василенко, я думаю, что это только начало. Еще у нас есть полуфиналы, и дай бог, финал, дай бог. Максим Василенко должен еще себя проявить. Я верю в него. Я просто знаю, как он играет в клубе. И пока я не вижу от него таких действий, которые он делает в «Динамо». Или плохая передача была, или там не разобрались, подача была за радиус, да. Бондаренко как-то... Неудобно, из-под себя бил, из-под себя. Еще один маленький вопрос про Василенко. В 26 лет дебют в сборную. Это значит, что он ну, как-то это, ну, не то чтобы не принято, но это действительно получается, что вот он за последний год-два, да, добился такого прогресса, что вот он не в 19 лет, не в 20 раскрылся, а вот именно в 25. Вы понимаете, да? Очень, вот стал действительно игроком уровня сборной. Очень много примеров игроков, которые в 25, в 27 раскрываются, да? Нет, у Шведов там вот Шостром в 31 сыграл вот. Первый матч за сборную. Вот видите, ну, я думаю, что все-таки это... Я просто к тому, что это действительно вот такой прогресс есть. Есть, да? конечно, есть. Это все зависит от человека, как он сам хочет. Хочет ли он расти? И в какой, и, конечно же, в какой он команде играет. Максим играл в Зорком очень здорово. Теперь он играет в Динамо. Динамо совсем другой хоккей играет. И он подходит под наш рисунок игры. И я как тренер, я доволен им. Но у него еще все впереди, ему еще работать и работать. А то, что касается, почему он сразу попал на чемпионат мира, мы с Михаилом Юрьевичем разговаривали по поводу этой кандидатуры. Но, к сожалению, на турнир четырех наций его не было в расширенной заявке. Поэтому его мы не могли, не мы, а Михаил Юрьевич не мог его взять. Кого нет расширенной заявки, он не может просто так взять и поехать. А на чемпионат мира он уже был и в расширенном списке был, и уже был и в окончательном списке. Так, ну и тогда не могу спросить про таких людей, как Шабаров и Булатов. Это личное, персональное решение или что? Да, ребята решили, оба причем, и Шабуров, и Булатов решили завершить карьеру в сборной. Это было их личное решение, и я с ними разговаривал, и Михаил Юрьевич с ними разговаривал. Когда они поговорили с Михаилом Юрьевичем, он им дал еще какое-то время на обдумывание. Может быть, ребята просто, ну... переспят с этим решением, да, которое уже вы озвучили главному тренеру. Может быть, что-то изменится. Там каких-то он там 2-3 недели ребятам дал. Это было... Вопрос решался на суперкубке, когда мы играли. Тут тем временем забили финны. Пока мы разговаривали, финны... Хорошая, на самом деле, атака была по левому борту. И уже когда прошел человек вот в лицевую линию, было понятно, что это опасный момент. Забил. Ну,
Забил, по-моему, Томас Мята как раз. Сейчас мы еще на повторе посмотрим. Ну вот здесь уже, да, вот когда дали пройти, и перед воротами человек, или Хейнена, четвертый номер. Кто-то добил. Четвертый номер. Хейнен, да. Добил, совершенно верно. А, вот, Дима Савельев выбивал мяч и попал в четвертого номера. И от него мяч залетел в ворота. Ну, повезло здесь. Курьезный гол, да. Ну, как говорится, любой гол, да, который за линией ворот, он считается голом. Неважно, как он был забит. Джимми Хейнен тоже молодое поколение финской сборной, 22 года. Он дебютировал в прошлом году в Хабаровске. Ну да, по-моему, в Сандвикине его не было еще. Ну вот, пожалуйста, вот конец первого тайма финской сборной. Вот заброс. Ну, Алмаз. Алмаз! А чё ж сразу ты не бил? Алмаз, ну не надо было замахиваться, надо было просто бить со второго. Вот по первым ловить, а вторым бить. Немножко Алмазик затянул. Ну да, и уехал уже туда слишком сильно влево, оттуда сложно уже было попасть. Так вот, финская сборная, ну, Казахстан обыграла 9-0, ладно, в первый день. Тут Казахстан пока так себе играет. А вот матч со шведами. 0-6 проиграла финская сборная. Но, во-первых, три гола со стандартов шведы забили. Два с угловых, один с пенальти. Потом, после первого тайма было 0-1. И долго-долго этот счет держался. И вот потом, после второго гола у финнов, там пошла серия удалений. И все остальные голы с третьего по шестой шведы забили в большинстве. То есть, на самом деле, финны так серьезно посопротивлялись хозяевам, как, собственно говоря, сопротивляются и сейчас в матче со сборной России. Я вам говорил, что первый тайм будет очень-очень тяжелый. И также и шведы с финнами очень тяжело играли первый тайм. А второй будет легким? Здесь вот видите, шведы нашли ключи к сборной Финляндии. Я надеюсь, что тренерский штаб внесет какие-то коррективы. Если захотят, конечно, перестроить игру. Но я думаю, что мы, когда я играл в сборной, никогда не выходили ни со шведами в предварительном, ни с Финляндией в предварительном. Мы всегда выходили играть только на победу. У нас не было никогда такого, что мы вот сегодня давайте проиграем специально, чтобы нам подобрать соперника там какого-то там в полуфинале. У нас такого никогда не было. Нет, ну выходить-то вы выходили, но 6 лет сборная России не выигрывала у шведов в группе. Финалы выигрывала 5 лет из этих 6. Но я вам скажу, что это не то, что мы не хотели выигрывать. Просто шведы очень здорово играли групповую игру. Мы не могли ничего сделать, на самом деле. Мы не экономили силы, мы не какие-то свои там карты закрывали, да. Мы играли на победу. Но, к сожалению, у нас не получалось победить у них. Но самое главное, что после этих игр в групповом этапе мы в гостинице все время готовились к основным играм. Мы немножко с чувством вины к ним готовились, поэтому когда выигрываешь у них, ты уже на каком-то коне в полуфинал заезжаешь, да, там, и уже на белом, да. Да, да, да. И поэтому, а с чувством вины ты выходишь, что ты проиграл, и еще если с ними там бывали матчи в предварительном этапе, когда мы крупно им проигрывали, да. Вот опять хорошо сыграл вратарь, здорово. Крупно им проигрывали. Вот тогда мы очень подробно разбирали эти матчи, да, и мы выходили потом уже и играли совсем по-другому. А когда выигрываешь, ты вроде как бы... А что разбирать? Ты вроде выиграл, что там разбирать-то? Нет, ну и такие случаи тоже бывали, что в группе выигрывали, вот в том же, в 2005 году, я помню, в Казани. А финал был ужасный там в опять. Ну, много на самом деле можно примеров приводить.
Если честно, всегда очень-очень и очень по-разному складываются игры и со шведами. В основном со шведами. Предварительные и финальные матчи, они разные, на самом деле разные. Вот розыгрыш был на Максима Эшкельдина, на дальнего. Но финны прочитали этот розыгрыш и не дали Максиму пробить. Да там и не самая такая была позиция ударная. Но они потому что этот розыгрыш, мы очень его часто используем на Максима Эшкельдина, но они перекрыли его. Они изначально посмотрели, что будет сильная подача, и она будет на дальнюю. Но там ситуация или дальний бьет, или дальний пропускает. Но финны прочитали эту ситуацию. И сыграли здорово. Люкканен и Хейнанен забили два гола у финской сборной. И Янис Бефус отличился в составе сборной России. 2-1 после первого тайма в матче сборных Финляндии и России. Второй тайм я, конечно, начну с вопроса, что происходит с угловыми. 0 из 11, как в матче со шведами. А здесь только по первому тайму. Сейчас пока отдыхаем. Венерсборг, где проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Финляндия-Россия 2-1. Такой немножко удивительный счет после первого тайма в последнем матче группового турнира для обеих сборных. Нам сейчас вот так удивительным образом представляют команды. И сейчас, видимо, мы увидим, я так думаю, да, голы, которые были забиты. Финны реализовали из двух угловых один. Первый гол, который был на счету Юха Люкканена уже на третьей минуте матча. Собственно говоря, это первый вообще голевой момент. Там мяч сквозь стенку проскочил, и финны повели в счете. Дальше после передачи Джусоева бил Эшкельдин, но это еще не голевой момент. А вот угловые сборной России, да, вот здесь... в ногу игрока мяч попал. Сборная России, так сейчас для статистики скажу, но мы об этом поговорим на эту тему еще. 0 из 11 угловые были. А вот контратака хорошая сборной России. Янис Бефус в завершающей стадии обыграл очень здорово сразу нескольких хоккеистов финской команды, в том числе и вратаря Юсси Алтунена, который, кстати сказать, несколько раз очень здорово выручал. Ну а второй гол финнов нам покажут. Да, наверное, покажут. Вот это удар в штангу. Кстати, в штангу три раза попадали игроки российской команды. То есть где-то немножко и не везло, помимо того, что Алтон выручал. Ну, а вот этот проход с левой стороны, эту пел Кури, и первый бросок не достигает цели, а потом Савельев пытается мяч выбить, попадает в соперника. Соперником был Джимми Хейнанен. И финская сборная перед самым перерывом выходит вперед. У нас сегодня спешл гест Евгений Иванушкин, ныне главный тренер московского «Динамо», а вообще лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, почти лучший, да, Сереж Ломанов, меня извини, сколько он, на три гола, да, больше забил. Так вот, Евгений Иванушкин, 0 из 11 реализации угловых в матче со шведами, 0 из 11 в первом тайме матча с Финляндией. Как с этим бороться? Наверное, все-таки какая-то доля невезения сегодня присутствует, потому что ребята очень здорово бьют, или вратарь здорово играет, да, или добивание не срабатывает, или вот пока не идет мяч в ворота. Я думаю, что сейчас второй тайм, ребята должны исправить эту ситуацию для того, чтобы дальше игры плей-офф, и в этих играх почувствовать уверенности на стандартах. Потому что если мы со шведами не забили, сегодня не забьем. Казахстан, я не считаю, все-таки они там
ну, с Казахстаном как раз было все здорово. 4 из 7, причем было 2 очень хороших розыгрыша в 3 передачи на Бондаренко в конечном итоге. Но да, это, но это уровень игроков Казахстана, это поэтому Казахстан. Там все получалось, да. А вот именно меня больше беспокоят угловые со шведами и с финнами, да. Я надеюсь, что сейчас второй тайм ребята забьют. Надо всего лишь-то забить один гол с углового, чтобы ребята почувствовали, что у них получается это. Пока не идет. Ну, надеемся, получится. А вообще, нужно, конечно же, тренерскому штабу задуматься к играм плей-офф, да, к полуфиналу, дай бог, к финалу. Нужно наиграть какие-то задумки, наиграть какие-то имитацию другую, потому что, ну, просчитывают пока нас. Пока просчитывают. И вратарь все время на месте, попадаем во вратаря. Что-то нужно поменять, сыграть нестандартно как-то. Главное забить. И пойдет, я думаю, пойдет. Я напомню, что эти сборные при любом раскладе займут второе и третье места в группе А, дивизиона А. Ну, соответственно, кто выиграет второе, кто проиграет третье. И разница в том, что у третьего места будет завтра четвертьфинальный матч против сборной США, который, кстати, сегодня, я не знаю, Жень, вы видели? Сегодня сборная США сегодня очень неожиданно сыграла 7-7 со сборной Германии. И причем она проигрывала 6-2, сборная США. Это если взять прошлый чемпионат мира, да, сборная Германии проиграла сборной США 4-14. Внимание, 4-14. А в этом году уже немцы играют с американцами 7-7 и ведя по ходу игры 6-2. Это говорит о том, что немцы, наверное, все-таки не стоят на месте, развиваются. Плюс у них дополнительные игроки появились. И, кстати, вот игрок из шведской элит-серии у них появился. Тут надо сказать еще, что там примерно половина состава это русскоязычные люди, да, и или кто живет в Германии, или кто много лет здесь играл. Но у всех есть немецкие паспорта, немецкие корни. Нет, это я не отрицаю, просто Кирилл Кудрин, Евгений Кудрин, Виктор Руть, Александр Калягин, Михаил Дунаев, кстати, который... Три игрока, конечно, да, с краснотуринского «Маяка», что очень приятно и что очень радует. И Дунаев, причем, Калягин, причем Кузнецов, да. Причем на ведущих ролях, что не может не радовать. Ну, в итоге проиграли все-таки. Проиграли в итоге по пенальти, да. Американцы выиграли по пенальти у немцев, поэтому... Проигравший сегодняшнюю встречу будет встречаться со сборной Америки завтра. А победитель будет получить день отдыха. Вот, кстати, здесь ведь еще более щадящий режим, чем на прошлых чемпионатах мира, потому что матчи в группах через день. Раньше играли, чемпионат был 6 матчей за 7 дней. Сейчас чуть полегче. Это правильно? Действительно так это выматывает? Я не знаю, правильно это или неправильно. Мы посмотрим в конце чемпионата, но... Нет, ну вот как вам? Вы играли, конечно же. Всю жизнь именно по жесткому этому... По жесткому графику, да. Поэтому очень важно было подготовить себя к играм полуфинал, дай бог финал, да, к играм плей-офф, подойти в оптимальном физическом состоянии, чтобы подошла вся команда. Поэтому тренерский штаб все время распределял силы равномерно. Не давал нагрузку полностью, вот стартовый состав, он не получал нагрузку. Мы все время ее варьировали постоянно. Так это же плохо. Это же плохо для зрителей, да, что они хотят всю неделю смотреть хороший хоккей. А да, я с вами полностью согласен, что это для зрителей очень плохо. Но это вот такая схема чемпионата. Вот другая схема чемпионата. Я думаю, что
в этой схеме можно отдаваться полностью игре. И даже вот в этой игре, которую мы сейчас все смотрим, да, и не думаю, что кто-то здесь сегодня будет экономить силы. Неважно, кто выиграет, кто проиграет, кто получит выходной или кто будет играть с американцами. Игра с американцами, она тоже как хорошая тренировка будет. Опять, посмотрите, опять угловой и опять бьем в пузо вратарю. Вратарь на месте. Очень грамотно выбирает позицию. Ну, уже, если честно, даже смешно. 12-й. Это не смешно, это, знаете, немножко тревожно за то, что это может быть такой небольшой удар по психологии. Вот нет, я просто думаю, что один день, ладно, но ведь было со шведами то же самое. Массу угловых заработали, и шведы даже не стеснялись вообще на угловой выбивать. Ну, ушел мяч, и бог с ним. Мы отобьемся. И отбивались. И вот шведы... Шведы всю жизнь боялись наших стандартных положений. Всю жизнь боялись их. Поэтому... Ну и наоборот, и вы боялись их стандартных положений. Ну, соответственно. У нас вот Янис Беф, вот. Пенальти, вот. Наконец. Янис Беф, который забил первый гол, да, вот тоже пытался пройти аналогичным образом. Ну, кстати, вот не дай бог травмы. Очень тоже. Болезненный удар получил в бедро. В колено. Опять же, посмотрите, бедро оставил корпус, 20-й номер. Ну, это безусловно, это чистый 12-метровый. Тут даже спорить не надо. Да, Юха Люкканен, кстати, нападающий, да, вот пришел помочь в защите. Таким образом помог, он уходит. Но если будет пенальти забит, выйдет обратно. Евгений Дергаев исполняет 12-метровый удар. Ну, Евгений. Здорово. 2-2. Поздравляем. 2-2. Сборная России сравнивает счет в этом матче. Дергаев. Хорошо исполнил. 12-метровый, уверенно исполнил. Вратарь, да, то есть выбросил туда обе руки, но под самую штангу пробил Евгений. Здорово, ладно, 2-2. Ну, хотя бы с этого стандарта забили. Давайте так. Янис Бефус заработал, честно заработал пенальти, и Евгений Дергаев забил. К слову сказать, вот значит ли это, что Дергаев штатный пенальтист в этой сборной? Или просто сейчас кого-то на льду не было? Это был первый пенальти, да. Если я не ошибаюсь, вот правильно? Первый да. Пенальти, но Евгений взял на себя ответственность. Вы понимаете, Евгений очень хороший удар. Что взял на себя? Нет, очень хорошие удары у Евгения. Очень хороший, очень сильный и очень стабильный удар. Поэтому тут, я не знаю, при выборе пенальтиста, может быть, опять же, я не знаю, что уже назначен был пенальтист, да? И я думаю, что правильно, что Евгению Дергаеву доверили бить этот 12-метровый. Я просто думаю, что, может, кого-то не было в этот момент на льду, кто тоже мог бы пробить пенальти, но это сложно было отследить. Ну, ладно. Давайте пока будем считать, что так. Нет на льду Сергея Ломанова, который очень часто исполнял. Евгений Иванушкина, да. Очень часто исполнял 12-метровый. Еще нет Попугина. И да, это вот действительно проблема. Пятый гол Дергаева на этом чемпионате. 4 он забил в ворот сборной Казахстана. Ну, думаю, что сегодня это все-таки важнее. Хоть и с пенальти, но, тем не менее, вот этот мяч, который принес, пока ничейный счет. Я, кстати, напомню, что будут пенальти, вот как было в матче Германия-США. То есть разница забитых и пропущенных здесь не имеет никакого значения. А если игра завершится в ничью, то как раз для определения победителя будут пробиваться 12-метровые. Ну, об этом еще очень рано я заговорил, потому что еще без малого 40 минут
играть у нас во втором тайме. Антипар Вяйнен, но у него всегда одинаковое выражение лица. Мне, кстати, очень нравится такой человек. А? Играйте, и пожалуйста, молодцы. Хорошо играете, плохо. Очень хочется. Вот смотрите, опять угловой, да, у сборной Финляндии. Вот это интереснее, потому что у финнов один совсем не получился розыгрыш, а другой не забили. Оп! Очень хорошо выбежали. Юра Викулин, да, принял на себя удар. Только пострадал при этом. Бил Люхканен опять, кстати, который забил. С первого углового. И куда там мяч Викулину попал? С первого бьющего. Юра бил на первого бьющего. Ну, мы не видим на этом повторе, но куда-то... В руку попало Юрке. Да. Да, ну, перекрыл Юра, молодец. Такая высота мяча, которая под планку прямо летел мяч. Если бы он прошел насквозь, то это, скорее всего, было бы очень опасно. Ну, а здесь тоже была такая подножечка, нарушил правила Кумпоя. И вот, ну, тоже, в принципе... Артем Бондаренко, бьющий, Артем Ахмедзянов. Вот ребята решили разыграть почему-то. Странно. Может быть, что-то не получилось. Надо пробовать с таких позиций, с вершины радиуса, надо пробовать бить и идти на добивание. Бефоса тоже сбивают в данной ситуации. Но опять торопится разыграть. Бефос снова с мячом. Брат его играл за сборную Латвии, кстати, на одном, по крайней мере, насколько я знаю, может, и больше, в чемпионате мира. Ну, надо дальше играть. Вот и Шкельдин. Максим опять Лера. Пас фланг на Алмаза Миргазу. Удаление. Да, причем... Жестко финны играют. Но они всегда жестко играли. Вот первое нарушение. Они всегда жестко играли. А, нет, не на Алмаза, это на Вадима Чернова пас был. А точно удаление нам? Вот не показывает ничего. Удаление. Он руку поднял, удаление. Угу. Вот Саша Егорычев. Саша может забить со штрафного. У него получается это. Судьи немножко... А, вот удаленного увозят. И немножко судьи переносят штрафной в другое место. Вот как. Удаление за первый момент. А, еще за... За Прокопьева, да. За Прокопьева. Андрея Прокопьева за первый момент, да. Не за второй момент, а за первый момент удаления. Поэтому штрафной переносится в другое место. Вот финны что-то спорят, что-то непонятное. Ну, вот опять же про фолы. Это второе, да, удаление. Ну, первое было при пенальти. Там сразу игрок вышел обратно после того, как пенальти был забит. Но, тем не менее, за первые 10 минут второй половины на два удаления наиграли финские. На два фола, да, вот таких серьезных. Ну вот. И если что-то там, может, в первом тайме не свистели, то, ну вот сейчас, по крайней мере, есть возможность в большинстве поиграть. Показали нам Юрия Викулина, вроде он там, видно было, ездил так, разминал руку, в которую ничем не попали, но остается на льду, тем не менее. Продолжает. Ну а без него как? Ну вот нам нужна, ну, немножко не точно Алан отдавал на Алмаза. Немножко неточная передача. А задумка была интересная.
Ну, немножко, я думаю, что нам нужно, нашей команде нужно добавлять агрессивности в атаке. Если мы хотим сегодня выиграть, то нужно добавить агрессии немножко. Вот Алмаз Мергазов, опять же, в матче со шведами было впечатление, что очень много старается сделать сам, да, берет на себя. Ну, это, наверное, нужно было в момент, когда действительно там что-то не клеилось впереди. Но вот по итогам матча сложилось ощущение, что как-то не очень взаимодействует он с товарищами, нет? Ну, у меня, по крайней мере, ну, то есть нет поддержки, когда вот он идет в свои проходы. Ну, не знаю. Вот момент такой, смотрите. Финны привозят сами себе угловой. А есть у нас такое правило в русском хоккее, да, у игроков. Если ты сам себе привозишь угловой, то обычно 90% такой угловой забивают. Вот давайте посмотрим, сработает это правило или нет. Глядя на статистику сборной России на угловых, 90% я бы не поставил. Перекладина и гол. Нет? Нет, перекладина. Сейчас на повторе посмотрим. Ну, близко было, близко. Ну, Саша Егорович, очень здорово пробил. Должно было сработать. Посмотрим сейчас на повторе. Ну, посмотрим, видимо, какая остановка будет пока. Ой, выпустили, выпустили, выпустили. Хорошая атака. Финская идет. Угловой. Вот теперь угловой у финнов. Сейчас дайте нам повтор нашего углового, если это возможно. Потому что очень, очень хорошо пробил Саша Егорычев. Немножко, немножко чуть ниже перекладины, это был бы гол. Смотрим угловой финна. Ну и первый, и второй удар, в принципе, отбивались. Отбились, да. А, и быстрая атака может быть, но здесь опять. Максим, очень плотно играет с Максимом Ишкельдиным. Не, вообще практически не дают ему ничего сделать. Ну, они тоже, наверное, смотрели матч со Швецией. Ну, конечно, конечно. Вот. Не дают Максиму. Очень плотно опекают его, не дают ему ничего сделать. Так про Мергазова я не прав, да, что такой индивидуалист он? Нет. Не, ну, прав. Вы понимаете, Алмаз... Нет, он... я в хорошем смысле. Нет, я в хорошем смысле, что Алмаз, он... Нет, он не индивидуалист. У себя в клубе очень много пасов он получает от Сергея Ломанова. И Алмаз все-таки, он игрок, который висит на последнем пасе, который ему отдает последний пас обрезной перед защитниками, и он вскрывает оборону. Обыграть Алмазу двух-трех игроков – это не проблема. Ну, боюсь, что двух-трех шведских игроков – проблема. Вот когда финны или шведы, в данном случае финны, скатываются к своему радиусу 10 человек, вот тогда ни один игрок не обыграет. Понимаете? Тут нужно больше командные действия. Вот, совершенно верно. Так я не в упрек Алмазу, а что вот у него, когда он идет в свои проходы, у него плохая поддержка. И приходится ему там самому все делать, но один все-таки четверых, там пятерых, он обыграть не может при всем его мастерстве. И получается, что он как-то сам по себе играет немножко, а... Ну, нет, да, согласен. Вот, нет, ну, нет, по крайней нет, мере, вот нет, в матче со Швецией было нет, так. Нет поддержки. Хотя, мы уже говорили, да, что Енисей, собственно, как бы второй базовый клуб сборной. Там сколько? 6 человек, да, из Красноярска. Угу. Так, я уже сбился со счета. Вот шведский онлайн мне помогает. Это 14-й угловой сборной России. Перекладина была, штанга была. Очень низко скатились финны под радиус к себе. Нам остается только наши ребята дальними ударами пытаются пробить оборону финнов.
мужчины в меньшинстве сейчас, то есть их меньше. Опять вот, что ли, штангу? Посмотрите, нет, опять в игроков, которые стояли на линии. Все, я больше не буду считать угловые, это уже бессмысленно. В конце матча вам скажем статистику итоговую. Это было 14. Игроки, которые стояли вот по левую руку, да, от вратаря, опять в них попало. Ну, посмотрите, не бьем же мимо, бьем все в створ ворот летит. Но финны сегодня очень хладнокровно обороняются. Ну, кстати, мы говорили, что такого особенного турнирного значения нету этой игры, но я думаю, что все-таки для финнов как раз обыграть сборную России это очень принципиально, пусть и в группе, пусть и в мало что решающем матче. В психологическом плане больше? Да, совершенно верно. Ну, потому что у них таких побед за всю историю чемпионата мира там раз-два обчелся. Говорите ли по-фински, Евгений? Вот сейчас финны взяли тайм-аут. Да. Они должны что-то поменять. Что они поменяют, мы сейчас посмотрим после тайм-аута. Потому что именно финны взяли тайм-аут. А им не нравится ход игры. Они что-то сейчас изменят. Либо через порты играть, либо возвращать мяч и переводить в противоположную сторону. Время для этого и дает конкретная группа у нас оставаться в центральной зоне. Ну вот, немножко мы подслушали, что... Это ты здесь, 91-й, 28-й здесь. Алан, ты слева, с правой стороны, Андрей. Что Михаил Юрьев, да, говорил своим игрокам. Кого там должны разобрать? Люхканена? Еще кого-то? Нет, вы знаете, если вернуться к тому удалению, по которому мы немножко нам непонятно было, оказывается, в этой ситуации Люхканен, Юха, получил красную карточку. Угу. И финны играют в меньшинстве. Раз, два, три, вот четыре, пять, шесть. Вот почему. 7, 8, 9. Да, 9 правых игроков у финской команды, вот, хотя уже 10 минут прошло с того момента. Вот почему финны долго спорили с судьями. Поэтому у нас есть небольшое, но преимущество. Да, я думаю, большое на полчаса-то. В большинстве играть. Финны все скатили свой радиус. Интересно, что Михаил Юрьев, да, вот в своем тайм-ауте, он ведь обсуждал варианты, как финны будут атаковать. Ну, потому что, ну, это правильно, потому что финны взяли тайм-аут. Они хотели поменять, я не думаю, что они хотели поменять оборону, брав тайм-аут. Они хотели поменять атаку, поэтому и у Михаила Юрьевича шел разговор именно об атаке Финляндии. Об угловых у него не шел разговор. Ну, нет, Джейн, ну, надеюсь, честно, что... это, конечно, смех сквозь слезы. Ну, 0 из 26 в матчах со Швецией и Финляндией. Это позор. Как хотите, думайте. Я все-таки надеюсь, пусть это лучше будет сегодня, чем это будет. Да, это все всегда говорят. Пусть лучше я сегодня не забью 5, зато в финале забью 3. Пусть они эти 26 сейчас не забьют, но 2-3 гола забьют в полуфиналах, финалах и... победных, самое главное. Это не говорит о том, что ребята не умеют бить, да, или ребята не тренируют бить.
Да, ну вот, вот день сегодня такой. Вот сегодня не идет. Нет, ну если честно, то и шведы, и финны вообще исторически превосходили именно сборную России вот в этом компоненте. Ну, финны вообще только с угловых и забивали. Были такие времена. Больше они ничего не могли. И поэтому именно этому компоненту они уделяли огромное внимание. И были люди, ну там Ари Холопайна, ну потом Сами Лаконен. Ну, Хилтон, Налтон, ну, неважно, уже в последнее время много стал. И забивают они уже не только с угловых, но у них, ну, просто выхода другого не было. А как еще играть в хоккей? Они только с угловых и могут забить. Поэтому они зарабатывали целенаправленные эти угловые. Шведы, кстати, до сих пор это делают. Вот удаление у нашей сборной. Ну да, надеюсь, у нас будут равные составы. А за что удален-то? Вот я так, нам и не повторили этот момент. Люха нам там, я не знаю, какой-то что ли, колющий удар или... Ну, в голову не приходит. Нам другое нарушение тогда нам показали, другое, да? Это нарушение, поэтому нам непонятно, за что дали красную карточку. Возможно, за грубую игру. Ну, скорее всего, за грубую игру, просто мы не... Нам сейчас показывают, что Янис Бефус удален. Это удален Андрей Прокопьев. Да, Янис Бефус вот готовится выйти сейчас на лед. Ну что, 69-я минута. Ничья 2-2 пока в матче Россия-Финляндия. Напомню, что Бефус и Дергаевский-Найтс забили сборную России. Люхканен и Хейнонен отличились в составе финской команды. Ну, так, ну и в любом случае, да, вот говорили, что у финнов... Ну да. Вот, Артем Бондаренко... Может быть, получится контратака. Вот Алмаз на том краю. Ну и вторым темпом. Вот Янис подключает Вадима Чернова. Хороший момент, не доиграли. Так, а еще удаление. Еще удаление. И опять нам не показывают, за что. Два удаления подряд. Очень интересно. Ну да, и 8 игроков полевых у сборной России, 9 у финской команды. За удар соперника Максим Василенко. Вот Алан Жусоев. Опять один. Нет помощи. Вот про это, да, речь шла. Ну, сейчас, правда, конечно, людей меньше на льду. Ну вот сейчас нам тяжело всем успевать. Сейчас, наверное, самое главное — обезопасить большую оборону, чем чтобы не пропустить гол. А когда уже ребята выйдут, потерпеть 9 минут. Когда ребята выйдут, останется 10 минут до конца матча. И вот эти 10 минут, я думаю, что, ну, это мое мнение, нужно взвинтить темп и эти 10 минут поиграть агрессивно. И в атаке. Немножко раскрыться в атаке. Это если еще больше удалений не будет. Вот за что Максима удалили, я абсолютно... Ну да, не показали не мне. Понимаю. Это опасно. Нас минус 2. И финны бьют угловой. Очень опасный момент. Ну да, то есть понятно, что меньше людей, соответственно, меньше людей в стенке, меньше людей могут выбегать на бьющих. Финнов стоит 5 человек. Останавливает мяч Черных. Здорово сыграл Роман Черных. Подстраховали ребята его сзади. Бил Хейман, автор второго гола. Сейчас посмотрим. Оп! Да-да-да, это кто, Викулин? И да, Янис Бефус подстраховал, и Вадим Чернов. Ну, Максим. Ой, здорово. Хорошая передача верховая. Максим в одно касание хотел перевести мяч в ворота. Но вратарь среагировал. Ну,
Да, Алан Джусоев здесь так забрасывал мяч на Иштельдина. Четыре человека бьет. Вадим Чернов мимо ворот. Уже, по-моему, все били, кто мог. Я даже вот просто смотрю на состав, я не знаю, кто еще не пытался забить с угловой. А может быть, это задумка тренерского штаба, чтобы не забивать в предварительном угловые. Хотя я не верю в это. Ну. Вот угловой. Роман Черных очень тяжелый мяч вытащил. На очень неудобной высоте шел мяч. Да, неожиданный такой, кстати, удар. Но вот здесь, да, это Янис Бефус был, кто, в принципе, остановил мяч коньком. Да. Ну, на линии ворот. А то, в общем-то, это... И нам, кстати, повторяют этот момент, я думаю, на тему, был или не был гол. Да, за линией. Нет, там видно, да. Там не было, да, но просто чтобы убедились все. А теперь бьет уже Томми Хауска и бьет сильно выше ворот. Вот Хауска, это еще все-таки из старшего поколения, конечно, не того. Да, не четвертого года, но это достаточно быстрый возрастной игрок. Играет он за Вейтерю. Лапинранта – это, собственно, единственный игрок, который играет в финском чемпионате. Ну, Вейтери – один из ведущих клубов еще со времен, когда Владимир Линко там работал. Вот там подсказывают, что красную карточку финны получили. Этот Люкканен, да, получил за третье удаление в матче. Поэтому ему выписали красную карточку, и он покинул поле и скамейку запасных. Логично. Я просто, на самом деле, удалений было мало, мне даже в голову не пришло, приношу извинения болельщикам, что может быть три удаления у одного человека. Ну, да, и поэтому-то там было разбирательство, да, получается, кого именно вести, да, и финны пытались другого человека посадить, но нет. Да, поэтому они долго спорили. Да. Ну, что, значит, такая карма сегодня у Юхи Люхкина, но он открыл счет в матче с углового, а потом трижды нарушал правила и удалил. Что при этом финны играют в большинстве на данный момент, да, один лишний игрок еще будет... На одного игрока финны имеют преимущество. 4 минуты. И 15 минут остается до конца. Смотрите, финны как низко играют. Значит, финны не хотят пропустить гол, если они выбрали такую тактику. Очень низко играют финны. Поэтому нашей команде будет очень сложно. Очень сложно вскрыть такую плотную оборону. Опять же, через фланги, и все-таки нужно попытаться забить сегодня хоть один угловой для психологической уверенности в будущих матчах. Тогда надо угловые зарабатывать дальнейшие, хотя уже, казалось бы, что-то можно. Ну вот один он, Мята. Да, вот один из династии Томас. Посмотрите, раз, собственно... посмотрите, не побоялся, да, финский игрок в шестерых наших игроков. Да он один полез. Он за Эсбен там играет. Там говорят, что это местный Ломанов новый. Ну, серьезно. Смотрите, какая скорость, какой старт у него был. Не совсем. Нетипично шведский и финский игрок. Ой. Прошла передача, но... Нам сейчас очень повезло нашей сборной, да. Потому что если бы финский игрок сейчас принимал мяч, он бы бил просто впустую. На него никто не побежал. Просто никто не выбежал на него. Каспирихирован он это был, и мяч перепрыгнул просто там через клюшку.
И в итоге удар не получился. Максим Шкельдин разгоняет атаку. Он один-то. И немного ошибается. Ну, а это был проход. Роман Черных опять на высоте. Черных сколько спасал матч со шведами, на самом деле. Мы, конечно, все беспокоились по поводу травмы Романа Черных и по поводу его восстановления к чемпионату мира. Но хорошо, что все обошлось, и Роман в строю, и опять радует нас своей игрой. Но с рукой, да, что-то было? Было плечо. Ему делали операцию в Москве. Был осколочный перелом ключицы. Поэтому очень-очень рады, что Роман все-таки восстановился к этому чемпионату мира. Потому что Роман — это настоящий вратарь номер один сборной. Ну не везет. Алмаз опять бьет. Здорово бьет. Вратарь опять играет великолепно, финский. Еще Максим. Ну, играет он с выбором позиции великолепно, потому что он даже не пошевельнулся, просто Алмаз в него попал. Хорошие моменты не доигрываем, очень хорошие моменты. Так, ну вышел 10-й игрок, и сейчас выйдет 11-й через 40 секунд, и уже снова у российской команды должно быть численное преимущество на последние 10 минут второго тайма. Андрей Прокопьев на позиции центрального форварда играет. Я думаю, сейчас, когда ребята будут в полном составе играть, будут небольшие перестановки. Ну, финны попытались вдвоем там атаковать против семерых. Пиох-Кури мяч потерял. Ну и что? Вот, ребят, все, ну, нужно в полном составе. Нужно в полном составе, да, сделать очень хорошую атаку. Коллективную атаку. Командную. Вот не прошел пас от Максима на Бондаренко. Здорово. Еще. Опять. Но опять Алан один. Один Алан. Ну вот штрафной на вершине. Нет. Выносят. Тайм-аут теперь от Михаила Юрьева. Вот о чем я вам и говорил. Что когда мы будем играть в полном составе, останется 10 минут, что нужно что-то попробовать поменять. Попробовать поменять. Давайте послушаем, что скажет Михаил Юрьевич. Вот, с левой стороны. Его. Сань, с левой, Женька, с правой стороны. Тройка. Но реверс обязательно сейчас очень агрессивно. Отдыхаем и начинаем просто вкатываться. Заставляйте их сейчас выпуливать мячи. Макс с Аланом двое в центре. Без опорного полузащитника разрушителя играем. Меняйте направление. Инсайды заезжайте под полузащитников. Меняйтесь местами, но обязательно включение бортовых полузащитников на их половине поля. Нет возможности отдать встреть, нет острой передачи. Передача наверняка через план. Заезжаем, стараемся завершить там под радиус. Ну немножко, ребят, все. Ребятки, давай. Ну что, Жень, вы были правы. Да. На последние 10 минут установка, да, максимально агрессивная. Максимально агрессивная. Трое человек выдвигаются вперед, чтобы не дать финнам поднимать голову. Два безопорного полузащитника, два играет выдвинутых полузащитника. Сейчас будет прессинг со стороны сборной России с включением. Причем, когда отберем мяч, включаются оба борта в атаку, чтобы было предложение и влево, и вправо. Я думаю, что мы сейчас увидим интересную концовку со стороны нашей сборной. Ну, вопрос времени, хватит ли. Да, ну, вот я думаю, что для хоккея с мячом 10 минут. Нет, это понятно, там 7 можно забить за 10 минут. Ну, правильно Михаил Юрьевич сказал, что нужно все немножко делать быстрее.
потому что мы вроде все делаем правильно, но монотонно. Чуть-чуть быстрее. И пас быстрее, и атака быстрее, и открывание, и завершение. Ну, надеемся, ребят, что у нас получится. Дальний. Опять прочитали нас. Такое ощущение, что финнам просто надо выбивать мяч за линию ворот все время. И тогда они не пропустят в принципе. Да, был розыгрыш на Сашу Егорычева. Но страхующий прочитал эту комбинацию и перекрыл удар. Ну, финны в этой ситуации есть только вот такими забросами, да? Я думаю, что финны сейчас больше будут играть на то, чтобы не пропустить гол. И, конечно же, они в атаку не побегут снизу. Они будут играть длинными передачами. Ну да. После Максим, отбора, вот мы играем на полускорости. Нужно немножко в скорости добавить. Алан Джусоев пробил. Мимо мяч уходит. Можно было в этой ситуации не бить с вершины, а подключить левый борт наш. Потому что там очень здорово открывался наш игрок на скорости. На это Пелхуры поехал. Пытался угловой заработать. Целенаправленно он на угловой работал. Вот здесь моменте. Можно. Максим. Василенко. Вот здесь есть поддержка. Еще передача направо, но не доходит мяч обратно до Василенко. Опять не очень удачная передача. Не разобрались, ребят, кому была адресована передача. Главное еще не увлечься нам атака и не получить контратаку в обратную сторону. Ну, сколько? Около 5 минут остается, чуть больше. Ну, еще было 2 еще тайм-аута, да, то есть 3 минуты будет добавлено как минимум. Тем не менее, вот насколько все-таки... Вот опять же длинная передача, посмотрите, доходит. И момент. Один против наших 4 игроков и создает голевой момент. Просто с верховой передачи. Защитникам нужно повнимательнее играть. Один играет с игроком, другой на подстраховку. Все, а наших 4 человека. Максим. Ай, не прошла передача на Алмаза Мергазова. Хорошая задумка была. Ошибка Евгения Дергаева в центре поля. Ну вот малыми силами, но тем не менее что-то там пытаются создать. Опять попытка заработать угловой. Это был Лукарило. И ответная атака. 86-я минута уже. Сейчас раскатились опять. Очень низко финны обороняются. Егорычев. Замах поехал. Назад передача. Джусоев. Вот как такое ощущение. Да. Обычно вытесняют игрока наоборот в край. А вот Джусоева сейчас вот как-то вытеснили в центр. И нет, бить там было, а перед ним 5 человек. Алана, я знаю, как игрока, он всегда обыгрывает в центр. Он никогда не будет обыгрывать и оббегать в борт. Он игрок такой, у него такой обыгрыш. Да, но только перед ним там 5 человек оказалось. Но под Алана нужно правильно открыться. Алан игрок, он соберет, он может собрать на себя 3, 4, 5 игроков и отдать на пустую зону. Вот посмотрите, да, 3 игрока, и Лукарило создает момент, который, опять же, Роман Черных ликвидирует. Поэтому умение открыться, это тоже очень важно. Умение правильно открыться.
Снова Алан с мячом. Передача. И вот момент у Иштейдина. И 3-2. Максим Иштейдин. Ну, здорово, здорово, Максим. Отличный, отличный Алан, отличный пас. Максим, отличное завершение атаки. О чем я и говорил. Последние 10 минут решают. Решает. Вот видите, не зря Михаил Юрьевич брал тайм-аут, не зря тактика сработала, выдвижение наших игроков вперед. Опять раз, отличный пас. Да? Опять о чем я говорил. Алан здорово может отдать пас. Главное правильно открыться под Аланом. Одного и Максим, Максим здесь великолепно разобрался с вратарем. Не стал выезжать в середину, а убрал, показал, что будет убирать в середину, а сам ушел в лицевую линию и забил гол. Ну, там вратарь поехал навстречу, именно чтобы не допустить, да, чтобы... Но это же мастерство, это мастерство игрока, он ему показал, что он туда поедет. Вратарь среагировал, а Макс через лицевую заехал и забил гол. Отлично. Ну, после хет-трика в матче со Швецией Максим Иштейдин забивает в матче против финской сборной. За 2 минуты, собственно говоря, до конца основного времени будут у нас еще минуты компенсированные. Но 3-2 впервые. Кстати, сборная России выходит вперед в этом матче. И имеет хороший шанс себе завтра устроить выходной. Пока Джусуев. Есть нарушение. Хорошо, Евгений. Ну да. Вот, а насколько показательна эта игра? Все-таки последние полчаса в большинстве игр. Ну, не в большинстве, да, там тоже были удаления, но с красной карточкой у финнов. Еле-еле. 3-2 в концовке. Это вот действительно они...